Производственная и диагностическая лаборатории, высокотехнологичный тепличный комплекс и хранилище. Все этапы производства семенной картофель проходят на площадке Северо-Кавказского селекционно-семеноводческого центра. От микрорастений до элитного материала. Участники международного научно-практического форума смогли сегодня увидеть все это изнутри. Лаборатория занимается производством микрорастений и микроклубней инвитро. Это начальный этап производства семенного материала картофеля. Здесь вы видите фитотроны. Это специальные камеры, в которых поддерживается температура, влажность, специальный светопериод. Это специальные фитолампы для наиболее благоприятного роста и развития растений. В лаборатории центра поддерживает банк здоровых сортов картофеля. Работы проводят совместно с Федеральным исследовательским центром картофеля имени Лорха. Качество контролируют на каждом этапе производства. В лаборатории сорта как отечественной, так и зарубежной селекции. В том числе три сорта собственной селекции – Садон, Спринтер и Алания. Размножают их как для собственной программы развития семеноводства, так и для реализации. Гости высоко оценили уровень работы селекционно-семеноводческого центра. Уровень организации форума очень высокий. Просматривается то, что тенденция грамотности и профессионализма в данной компании очень высокая. Цель нашего прибытия – это изучение рынка, новых возможностей, знакомство с новыми партнерами. И также помощь сельхозтоваропроизводителей и рекомендации нашим клиентам, именно чтобы они работали с компанией «Фатагро» и использовали семена данной компании, и так как они сейчас находятся на достаточно высоком уровне. Сегодня же участники побывали и на демонстрационном поле компании. Здесь представлено 42 сорта картофеля. Самый урожайный из них, по словам ведущего научного сотрудника Института имени Лорха Алексея Митюшкина, сорт «Алания». Это совместная селекция «Фатагро» и специалистов Института Лорха. Новый сорт будет внесен в госреестр в 2025 году. Потенциальная урожайность 82 тонны с гектара, при том, что средняя урожайность около 50 тонн. Сорт «Алания» также показал высокую адаптивность к различным климатическим условиям. На данном демонстрационном поле представлены лучшие новинки компании «Фатагро». Селекционная программа, которая началась в 2016 году, на данный момент можно было представить такое многообразие гибридов, в которых есть и ранние формы, и столовые формы, абсолютные новинки, которые не уступают по урожайности лучшим зарубежным аналогом. Одним из лидеров не только среди российских, но и зарубежных сортов стал Садон. Он уже вошел в 20 лучших сортов России, при том, что в госреестр его внесли всего 4 года назад. Программа форума продолжится завтра. Участники побывают в питомнике Высокогорье в единственной в стране чистой фитосанитарной зоне. Алина Хасаева, Елена Смирнова, Михаил Безуглов, Давид Костанов. 15-й регион.